Давно мечтаешь научиться рисовать, но не знаешь, с чего начать? Космос за порогом, цветные пузыри, вечерний пейзаж и пальчиковые цветы. Сегодня мы поделимся простыми лайфхаками, которые вдохновят тебя на творчество. Для начала возьмем небольшой лист бумаги и акриловый контур. Рисуем контуром силуэт цветка. Растираем рисунок пальцем. Полоски контура превращаются в нежные лепестки. Посередине рисуем еще полоски. Растираем контур наружу. Получился воздушный цветок пиона. Выдавливаем зеленой краской стебель. Растираем листочки пальцем. Не распустившийся бутон растираем ватной палочкой. Готово. А теперь берем фиолетовую краску. Точками рисуем круг. Каждую из капель растираем к серединке. Между лепестков ставим еще по точке, растираем к центру, сужаем круг и снова растираем точки. Выдавливаем капли краски и рисуем бутон. Золотистым контуром рисуем серединку. Ставим черные точки тычинки, черным контуром рисуем тонкую веточку. Выдавливаем зеленую краску, растираем. Украшаем черным контуром листочки. А теперь украшаем листок мелкими цветочками. Понадобится всего 5 капелек, и цветок готов. Рисуем между цветами черную веточку. Украшаем цветы точками, рисуем тычинки. Получилась ветка сакуры. Смотрится очень изящно. Яркие цветочные картины вдохновляют своей красотой и дарят нотку праздника и без того весеннему настроению. Далее берем бумагу, воду и чернила. Черным маркером рисуем круглое окошко, дорисовываем возле окна телескоп на треноге, рисуем деревянные стены и дощатый пол, капаем на стекла воду, размазываем кистью линию маркера. На смоченную водой бумагу добавляем чернила. Чтобы чернила красиво растекались, бумага должна быть влажной. На полностью высохший рисунок наносим контуром звездные вкрапления. Добавляем желтые точки. Вот видишь, рисовать космос совсем не сложно. С помощью этой техники можно создать красивую картину, даже если совсем не умеешь рисовать. Для этого лайфхака нам понадобится бумага и фломастеры. Чертим на листе 5 коротких полосок, меняем направление и чертим еще несколько полосок. Квадратиками из полос рисуем жирафа. Используем разные цвета фломастеров. Чтобы рисовалось еще проще и приятнее, можно заранее наметить силуэт животного карандашом, а затем уже заполнить его полосками. Используя эту же технику, рисуем льва с большой косматой гривой и слоненка с высоко поднятым хоботом. Смотри, как забавно смотрятся эти цветные зверюшки, как будто сшиты из сотни ярких лоскутков. А теперь нам потребуется бумажный шаблон замка Дисней, краски, глиттер и контейнер с мелким декором. Вырезаем рисунок по контуру, размещаем на ярком фоне, в желтую краску добавляем золотистые блестки, перемешиваем с помощью кисти, крышку контейнера смачиваем в краске, ставим отпечатки по контуру шаблона и вне его. Убираем бумажный шаблон. Силуэты башенок на замке смотрятся очень эффектно. Вот видишь, рисовать можно даже без использования кисточек. Для следующего лайфхака берем бумагу, фольгу и краски. Выдавливаем краску волнистыми линиями, заполняем волнами весь лист, тушуем линии мягкими ударами большой поролоновой кисти. Получился красивый фон с нежным эффектом градиента. Пищевую фольгу рвем на мелкие кусочки. С помощью клея ПВА крепим кусочки фольги к бумаге. Формируем кроны деревьев. Снизу крепим фольгу в виде сплошной полоски. Обильно выдавливаем серебристую краску на верхнюю часть аппликации. Приподнимаем лист, чтобы образовались потеки. При необходимости добавляем еще немного краски. Прорисовываем детали тонким черным маркером. Получился интересный серебристый лесок. Эта необычная картина сочетает в себе сразу несколько видов работы. Нанесение красочного фона, аппликации из фольги, потеки краски и завершающий контуринг маркером. Настоящее произведение искусства. А следующим рисунком можно украсить разворот любимого блокнота. Нам понадобятся фломастеры разных цветов. В верхней части листа рисуем причудливо изогнутую линию. Заполняем пространство плотным слоем кружочков. Кружки могут быть разного размера, главное не оставлять пустые промежутки. Красным фломастером рисуем еще один волнистый ряд, заполняем его красными шариками. По очереди повторяем действие со всеми доступными цветами. Готово! Цветные шарики в блокноте смотрятся даже ярче, чем его обложка. А процесс рисования таких ярких пузырьков снимает стресс лучше всяких медитаций.
теперь нам понадобится тетрадка в линию. Начинаем рисовать с нижней части листа. Закручиваем маркером спираль. Половину каждой из петель рисуем сплошной линией, а нижнюю часть делаем пунктирной. В центре листа рисуем самый большой завиток, а затем снова идем на уменьшение. Завершаем спираль пунктиром. Рисуем звезду в виде ромба, наводим жирным по линиям, подводим рисунок зеленым фломастером. Звездочку красим желтой и оранжевой. Места пересечения рисунка с линиями подкрашиваем простым карандашом. Получилась абстрактная спиральная елочка. Теперь ты знаешь, каким рисунком украсить новогоднюю открытку. А сейчас подготовим листы бумаги и аквамаркеры. Посередине листа проводим линию горизонта, рисуем желтое солнце, окружаем солнышко розовой дымкой, добавляем синевы, растушевываем розовую кромку заката, намечаем темно-синие волны, рисуем в воде отражение закатного солнца. По линии горизонта рисуем черные деревья, прорисовываем ветки низкого кустарника. Зеркально отображаем черный лес в водоеме. Получился романтический вечерний пейзаж. Аквамаркеры позволяют с легкостью добиться эффекта акварели. Мягкие переходы оттенков, красочные пятна, размытые цвета. Очень красиво. А для следующей картины берем лист бумаги и краски самых разных цветов. Выдавливаем на лист немного краски из каждого тюбика. Размещаем мазки на разных уровнях. Обратным концом тубы размазываем краску по бумаге. Смешиваем краску и рисуем еще один ряд цветных квадратиков. Концом кисти подрисовываем на верхушках фигур антенны и провода. Акриловым контуром рисуем окошки. Украшаем рисунок квадратами и кругами. Получился сказочный город. В таких ярких цветных домах могут жить только очень творческие люди. А для еще одного лайфхака нам понадобятся короткие деревянные шпажки. Складываем их вплотную друг к другу, наносим полосы термоклея, крепим несколько шпажек поперек, разворачиваем будущий холст лицевой стороной вверх. Берем краски, начинаем с желтого цвета, покрываем им нижнюю часть дощечки. Следующую полосу делаем красной. Размываем переход между цветами. Используем голубую краску и смешиваем ее на холсте с красной. Верхнюю часть закрашиваем синим цветом. Край дощечки украшаем черной полоской. Тонкой кистью рисуем девочку со связкой воздушных шаров. Рисуем белые звездочки. С обратной стороны крепим магнит. Вешаем магнитик на холодильник. Необычную картинку с магнитом можно использовать как для украшения дома, так и в качестве подарка друзьям. А теперь порисуем черной гелевой ручкой. По краю листа рисуем ряд коротких параллельных полосок. Повторяем рисунок с другого края. Рисуем такие ломаные линии. Соединяем края полос линиями, делаем изгиб и меняем направление при каждом пересечении сломанными линиями. Для удобства используем линейку. Дорисовываем картинку до конца. На участках, где линии расположены вплотную друг к другу, создается эффект тени. Получилась вот такая объемная иллюзия. Попробуешь повторить? Для следующей идеи нам понадобится лист бумаги, скрипичный ключ и ноты из бумаги и маленькие грабли. Нотные знаки выкладываем на бумагу, зубцы, грабель окунаем в черную краску. Отпечатываем с краю листа короткие полосы. Черным маркером дорисовываем прямоугольники белых клавиш. Оставшееся пространство замазываем краской. Пинцетом снимаем бумажные трафареты. Получилась музыкальная картинка в черно-белом стиле. Картина с клавишами и нотами станет стильным украшением комнаты музыканта или просто меломана. А теперь расскажем, как создать полезный арт-шедевр из широких палочек для мороженого. Рисуем на палочке личико девочки, затем рисуем блузку с нарядным воротничком, юбку и ноги. Раскрашиваем фломастерами, акцентируем внимание на деталях и украшаем одежду необычными принтами. На кофте рисуем бирюзовые сердечки, а на юбке ярко-красные вертикальные полосы. Раскрашиваем гольфы, декорируем еще несколько палочек в этом же стиле. Получились модные закладки для учебников. Смотрятся очень симпатично. Понравились наши творческие находки? Какой из лайфхаков тебе сразу же захотелось повторить? Напиши об этом в своем комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы первым смотреть самые интересные хитрости для рисования от TrumTrum Select.